Если вы собрались стримить на YouTube, но не можете найти ключ трансляции, надо сделать следующее. Перейти в творческую студию. Ну, если вы ищете ключ трансляции, значит вы знаете, что это такое, я объяснять не буду. Вот тут есть вкладочка видео. Тут у вас ваши видео загружены. И есть вторая вкладочка трансляции. В общем, сейчас YouTube обновляется. Вот тут у меня 4 значка и есть пятый, который называется настройки трансляции, ну или что-то так. Вот у меня он не отображается. Если у вас не отображается он тоже, то надо сделать следующее. Жмем кнопочку «Создать», и есть кнопочка «Начать трансляцию». Сейчас страница подгрузится. Жмем тут «Далее». И вот у нас тут есть вкладочка «Ключ трансляции». Давайте я его нажму «Отобразить». Ну, можно вот кнопочка «Скопировать» и уже вставить в OBS. Ну, я думаю, вы знаете, где там находится в OBS. Вот тут вот вещание. Ключ потока «Показать». Так, ну, если вы думаете, вы запомните мой ключ, то ничего не получится. Я свой сброшу. Сбросить, и сгенерируется новый ключ. Вот он. Так что все очень просто, запомнили, да, где он находится. Жмем кнопочку «Создать трансляцию», опускаемся вниз, и вот тут вам будет доступен ваш ключ